Друзья, подписчики, зрители и те, кто хоть как-то помогает в продвижении этого канала. Приветствую всех по ту сторону экрана. Меня зовут Егор, а вы на канале Shelter 923. Некоторые мысли по уходящему году, планы на будущее, чего мы бы добились. На 30 декабря 2020 года на канале набралось более 2500 подписчиков. В сравнении с 30 декабря 2019 было всего 167. Как видно, нас стало намного больше. Это отличная новость. Благодаря вашей активности, а именно комментариям, лайкам под видео, подпискам, просмотрам, растет общая активность канала, дающая возможность как можно большему количеству людей узнать, что мы тут разбираем. Быть может, в первый раз в жизни включить критическое мышление. Не стоит недооценивать свои комментарии, даже если он всего из пары слов. Это поворотная и важная деталь в движении нашего общего дела. За 2020 год видео на канале Shelter 923 были просмотрены 418 тысяч. В сравнении с прошлогодним показателем было всего 19 тысяч. На данный момент это 17 800 часов, а это более 2 лет непрерывного просмотра. Шок и только. Мы можем делать такие показатели, и то ли еще будет. Аудитория такая. 62% мужчин и 37% женщин. Самые активные зрители с 25 лет до 34. Самое популярное видео года – это Моргенштерн и Тимати пророчили войну в Карабахе. Видео, из-за которого я выучил наизусть, как будет осторожность на армянском, спасибо за сотни комментариев подобного типа, это видео набрало более 93 тысяч просмотров. Это абсолютный рекорд канала. Будущий год будет преимущественно с моим голосом. Большая радость для тех, кто не может терпеть голос бота. Идей много, все будет. Ваши наблюдения вы можете присылать в сообщения группы ВКонтакте или Телеграм-канал. Ссылки в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. И, конечно, у нас есть чат в Телеграм. Нас много. Приходи. Ссылка там же. Некоторые из вас знают по прошлому итогу года мое отношение к Новому году, беспочвенной радости и поглощению алкоголя, как в последний раз в своей жизни, уничтожению своих мозгов, нарушению энергобаланса, уязвимость для сущностей по ту сторону. И это еще не весь список вреда от огненной водицы. Напился, и ты как открытая дверь для паразитов. Напилась, и ты уничтожитель своего здоровья, которого и так нету с нашей-то медициной. Подумай несколько раз, прежде чем радоваться мнимым, навязанным так называемым праздникам. Самый доступный наркотик в любом магазине идет мимо меня. Надеюсь, и мимо вас, иначе какое там пробуждение разума, скорее его затмение. Будь умнее, хватит подыгрывать этой системе. Самое важное, что стоит держать в голове человеку, идя в новый 2021 год, это как же важно подняться над своим эгоизмом и начать работать над собой, узнавать новую информацию, заняться саморазвитием, наращивать новые нейроны в голове и помнить, что сегодня, пока я сижу отдыхаю, кто-то в этот момент прокачивает свои мозги, становится на голову, а то и на 3 выше большинства. Давайте выберем себе цели на будущий год и будем к ним идти. Я тут описал нечто общее, а вот детали должен продумать каждый человек для себя. Хорошенько подумать, что его не устраивает, и трудиться в этом направлении. Спасибо, что вы со мной и поддерживаете меня. Всем до встречи в новом году!